сразу ты не узнал. Ты на канале Zalimax Games, и мы продолжаем играть с тобой Орда Нежити. Так, мы должны найти некого вождя Грока, поговорить с весом Туури еще. Ладненько, давай посмотрим. Так, предыдущая серия закончилась на том, что я уничтожил большого скорпиона, да, и один из пленников дал мне очень мощный, быстрый кинжал. Он очень быстрый, очень... Всех, да, противников разрывают на куски. Так, вождь Грок. Призрак хотеть в земли человека. Сначала призрак помогать Гроку. Грок хочет вести орду, но Гроку надо уламула. Уламула показать, что Грок большой босс. И пока Грок сидит ровно, уламула лежать в деревне варваров. Призрак ходить в деревню. Угур приносить улумулу, Грок помогать призраку. Теперь призрак брать ключ и идти. Боже мой, какой у него диалог. Найдите улумулу. Ворота закрыты. А в смысле? А, смотри, деревня. Найдите улумулу. Это совсем другая локация. Ладно, хорошо, без вопросов. Возвращаемся вот сюда. Жгучие пески, да, и здесь мы идем с тобой вот сюда. Пошли. This land shall soon be mine. Проход гигантов. Как оно звучит? Страшно. Ой-ой-ой, а чё это такое? А ну идите все сюда. Да куда ты попёрся, блин? Одного убили. Destroy them. Бей гиганта! Mana, mana is lower. А чё ты некроманта бьёшь? Ты чё, вообще обалдел? Гигант. My command. Слушай, это ж гиганта, наверное, могу перезвать потом со временем, да, вот? Блин, как же круто будет. Слушай, меня эти башни, конечно, смущают. А будут как-то, да, вот, уничтожать. Gather here. Так, а тут закрыто. Куда не плюнь эти башни? Давай хотя бы башню уже уничтожим. Арсен погиб. I am restored. Так, ну смотри, значит, кто лучше, да, против вот этих вот всех орков? Да, конечно, скорпионы. Кстати, скорпионов стало больше. Да, призыв стал 38 вместо 20. Глянь, сколько много. Так, слушай, сейчас разнесем все. Чё тем собачьим? Атакуйте их! Смотрю, конечно, вот их, да, компания была большая. Больше, чем наших скорпионов. Почти всех уничтожили. I've reached the limit of my command. Join the horde. We shall burn the lands of the living.
Так, это у нас что такое? Это у нас какая-то локация или что-то? This land shall soon be mine. Великая Южная пустыня. Это еще кто такой? Приятно видеть тебя здесь, в святой земле, Урсен. Живые тысячелетиями сражались за эту кучку песка, уничтожив живых, и конфликт будет разрушен раз и навсегда. Уничтожить живых. My command cap is full. Ну, давай попробуем. Садники. My command cap has reached its full forward. Mana, I must have more. I've reached the limit of my command. Так, ну у меня пока что лимит призыва, так что воюем дальше. Slave mana, I must have more. Так, начинаем призывать. Садники, да? Да, мои уже садники. Come here. Ох, нифига себе, сколько их там! Rise and obey. Давай немножко их пореже сделаем. Нифига себе! Arise, my minions. Во! Вот это я уже понимаю. Команда. Так, а что это за стена такая? О, открыто. Уф, сколько там сундуков, нифига себе. Хочу. Все мое будет. По-любому будет все мое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда я поперся? Нифига себе! I am restored. Да, буквально разорвали меня. Слушай, ну я с такой, конечно, арматой, конечно, пришел, да, вот. Может, скорпионы все-таки будут и их тоже уничтожать. Давай сейчас попробуем. А, так, это у нас Великая Южная Пустыня, да? Да, она самая. My command cap is full. Ну, пошли. С одной стороны и с другой стороны нападает. Получен 9 уровень. О, круто. Rise and obey. Так, что у нас будет? Призыв 39. Призыв больше армии, да? Ладно, уговорили. За мной. Давай заходим. А, блин. Ты видишь, сколько там всего.
Закрыто. Есть! Гля, как быстренько начали! Отлично, отлично, отлично! Отлично зашли! Ой, как хорошо! Ой, как хорошо! Просто замечательно! Так, открылись ворота, наверное, вот в этой крепости. Да-да-да, заходим. Так, а там... О, глядь, тут еще одна команда идет на меня, да? Офигеть. Ой, те еще вышли, да вы че, серьезно? Да, меня сейчас снесло. Слушай, я не ожидал, что у нас столько будет. Если бы не вот это подкрепление, которое пришло со стороны почему-то, я бы разнес бы буквально в пух и прах все здесь. А так из-за этого, блин, никак. Рыцарь гуманоид, да, вот этот вот. Новенькие, ну не знаю. Блин. Там по-любому что-то должно было быть. Хорошо, давай через низ пойдем. Destroy them. My mana is low. Так, уничтожаем. I cannot command more units. Gather strength, they are down, need more mana. Черт, скорпионы! Gather round. Как такое возможно? Откуда они все появляются? My command cap has reached its limit. Follow me. Так, все ко мне. Ой, блин, нет, только не сюда. Блин, хочется захватить же, слушай. You shall serve me well. Есть! А, тут какой-то предводитель, слушай. Годфрей. А, черт, он меня завалил, а что такое? Блин, а почему он меня атаковал? Я-то думал, слушай, что он будет атаковать именно... Блин, моих. Мою нежить. Жесть, конечно, блин. Там по-любому что-то есть, может быть, какое-то сокровище классное. Так, и есть один минус, да, видишь, когда я каждый раз захожу, блин, вот эта вся армия, она опять появляется. Зашибись, турки. Слушайте, ну бейте его, а? Чего ты? Destroy them. You shall serve me well. Есть! Создали гиганта. Wait,
черт тебя побери, ты посмотри, что творится. Да ну, вы что, серьезно? Получается, здесь создаются большущие орки, да? Так вот, может быть... Конечно, орков не создавать. Но для начала, чтобы орков создать, мне нужно уничтожить вот и это поселение, где создаются. Блин, такая карта, конечно. Вроде бы и прикольная, но, блин, тяжелая. Тут скорпионы почему-то привязались ко мне. Нет бы на мою сторону перейти. You shall serve me well. Так, гигант, статуя открыта, все, я могу создавать его. Боюсь и подходить к нему, он бьется постоянно. Есть! Так, Лудин. Пусть... Да, там он. 4 против 1 воюют. А я пока уничтожу здание. В принципе, теперь вот больших орков взять и против вот этих всадников людей. Блин, по-моему, мне кажется, разнесем вообще все здесь. Так, к сожалению, только 4. Да, вот орка больших. Блин, я не знаю, это вроде бы с одной стороны... Они мощные, сильные, но, конечно, вот их очень мало, блин. Да, получается, он атакует того, кто рядом с ним. Чувак, я хочу тебя воскресить. Ты уничтожил моего одного гиганта, я подниму тебя. Как же круто. Come here, strike them down. Need more mana. Burn them down. My command cap has reached its limit. Gather here. Тут еще есть. Mana living. I must not enough mana. Strike them down. Follow me. Follow me.
the horde. Strike them down. Так. Давай, значит, уничтожаем. Да, вот. Я думаю, надеюсь, это последнее здание. Создание гигантов, потому что, блин, больше уже не должно быть. Да чтоб тебя, блин! Вы чё, ну, Андрея? А, Андрея, слушай, это гигант, да, воин какой-то особенный. Так, где гиганты? Гигант-воин. Вот гигант-гуманоид-стрелок. Только четверо. Черт, это мало. Можно, конечно, взять каких-то раньше побежденных очень мощных воинов. С одной стороны, можно, но с другой стороны, я не хотел бы тратить. Очень сильно большой призыв идет тогда вот на этих главных героев. Глянь, как разносят великаны. Вообще! Теперь осталось только... А, блин, уничтожить вот этих больших. Зданий нету, но они есть. Слушай, а пошли, наверное, на здание последнее уничтожим, да и все. Я надеюсь, чтобы они сейчас отстали от меня. Я уничтожу вот это последнее здание. Пожалуйста. Destroy them. Из них атакуют прям меня. Ой, ой, как хорошо стал я. Ой, как хорошо стал. Не атакуйте, пожалуйста, не атакуйте меня. Только не меня не кидайте. Есть аун. Все на меня переключились. Need more mana. Mana. I must have more. Вот это нам двоих еще. Есть. Да, бой, конечно, не равный. Так, Андрея. Mana. I must have more. Mana is low. Понятно. You shall serve me well. Может, скорпионом? Need more mana, not enough mana. Короче, гля, все атакуют меня. Not enough mana. Need more mana. Not enough mana. А, черт тебя подери! Так, а что мне тогда остается делать? По одному их уничтожать и потом идти на Андрея, что ли? Блин. Слушай, прикольно, конечно, вот воины классные. Если бы хотя бы их было бы не четверо, а да, вот побольше как-то бы. Мне кажется, было бы, конечно, лучше и прикольнее.
Ну смотри, вот так вот и все. Ну, скорпионов брать против них, я думаю, нету смысла, да? Скорпионов они буквально уничтожают на раз-два. Завалили. Наконец-то. Так, теперь Андрей за меня, да. My mana is low. Not enough to have mana. Need more mana. And obey. Зачем ты? Зачем ты меня кидаешь? Я же хороший некромант. Так, сердце гиганта. Сердце вкусные, особенно гигантские. Так, идите все ко мне. Смотри, у меня сумка переполненная. Так, давай, значит, посмотрим, что мы можем выкинуть на вино. Так. Область призыва? Нет. Очки здоровья гуманоидов плюс 202. Не. Так. Урон мертвецов точно нет. Снаряды мертвецов восполняются на... Да, в принципе можно. 204 урона. Поменяем это, продадим. Угу. Так, сердце Андрея, затраты маны минус 152, при снаряжении. Ага, ясно. Время призыва убираем. Так, сопротивление огню тоже убираем. Восстановление призыва. Так, вот это что такое у нас? Точный молот разрушения. Я даже не знаю. Хороший, кстати. Да. Так, это продаем. Ладно, это все оставляем. Изгоняйте из Орды слабейших мертвецов. Слабейших мертвецов. I cannot command more units. Так, значит, смотри, мы с тобой снесли, да, вот всех. Need more mana. Да ну нет, только не это, блин. Получается, уничтожили меня. Я погиб. Так, и мне хватало еще на большого гиганта Андре, да? Вот он. Урон 180. Что? Достигнут лимит. Как лимит? Блин, там Андре я воскрешал. Вы что, издеваетесь надо мной? Мне хватало.
Короче, призыв чуть-чуть с каждым уровнем у меня увеличивается. Не сильно, конечно, но увеличивается. Со временем, сейчас пока есть 4 гиганта, потом будет 5, но это немножко со временем. Ладненько, давай, значит, в принципе, идем на крепость, там захватываем ресурсы и того еще последнего воина, главного валим из них. В принципе, гля, всадников просто разрывают. На куски. Даже сделать ничего не могу. Прикольная вещь. Слушай. Так, все ко мне. Вот тут компания. My mana is low. Так, не хватает маны. Так, подлечимся, заходим. Я надеюсь, вот моих четверых хватит, чтобы разнести и снести вот этого какого-то героя. Strike them down. Блин, я даже ничего не вижу. Gather here. Так, а ну идите сюда. Отступайте. Я ничего не могу понять, где. Кого атаковать? Вот он. Так. Есть. Завалил. Так, и опять мне сумка забита. Да что ж такое? Так, 450 нет. А, лимит призыва плюс 9. Да нет, я это не хочу. Давай это продаем. Так, скорость движения атаки. Ну, блин, это не то. Песня изоляции. Нет, это все не то. Скорость атаки животных тоже не то. Так, это не... Ну, такое. Все выпадает, не то, что нужно. Так, создают костяные стены в форме звезды. Наносит 449 урона. Хочу поменять. Мощнее, чем мое. Так, кинжал продаем. Что здесь выпало? Нет, это тоже не годится. И что-то еще выпало, да, книжки? Скорость призыва, шанс крита. Да ну! Кстати, тут же сундуки у нас были. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, выпала только одна вещь. Так, посох Хастолома, ну, такое себе, вроде бы и классное, но вроде бы и так себе. Форма звезды, так вот какая звезда. А, черт. Так, хорошо, что у нас здесь? Подожди.
Мне нужны волшебные сверкающиеся сферы. Можно найти в пустыне, принеси мне 3 сферы одного цвета, и я вознажу тебя. Прекрасно, вот твоя награда, однако мне нужно еще 2 сферы. Так вот оно счет. Так, подожди, у меня может еще есть или нет? Нет. Ясно. Так, здесь с кем-то вам пообщаться, да, вот. Хранитель склепа, ты победила гиганта Андрея. Отнеси сердце Хиди, она из него конфетку сделает. Хиди. Так, вот наша Хида. Сердце гиганта чудесненько. Вот и пронитало сердце затопленное. Так, съешь его, когда захочешь вызвать 3 неживых гигантов. Награда. Слушай, я-то вот думаю, вот это, наверное, сердце Андрея я отложу куда-то в сторонку. А вдруг пригодится потом, да, вот? Так, здесь. Может быть, улучшить. Лимит призыва, здоровье мертвецов. Вот если было бы лимит призыва, я бы, конечно, бы купил бы, чтобы больше было, да, вот? Не, пока что ничего нету. Так, жалко, жалко, конечно. Очень жалко. Так, в принципе, что значит по этой локации? То, что она отмечена синим цветом, это означает о том, что обычные противники живы, просто их нужно убить, и те, и то, и как бы моя. Но там я, в принципе, с тобой все выполнил. Значит, мы с тобой идем на проход гигантов и проходим с тобой дальше. Дальше нам нужно, по-моему, наверное, по прямой. Slay the living. Как прикольно, да? Не бьют, а меня нет. А я уничтожаю башню. Burn them down. I cannot command more units. Скажи, из гиганта завалили одного. Gather round, attack. Follow, destroy them. Pain is my strength. А что-то вы что творите, вы что? Гады. Нифига себе! Так, это я, получается, с тобой, да, выбрал звезду костяную. Надо было все-таки круг. В круге вот намного было эффективнее. Да, урон маленький, но, блин, там были свои плюсы. Так, ну, смотри, там гоблины. Против гоблинов, в принципе, скорпионы очень хорошо заходят. Тем более башни нету, сейчас быстренько там да, вот уничтожим и пройдем дальше. Слушай, чем дальше я иду, тем сложнее и сложнее игра становится. Да, я прохожу, но насколько все тяжело. Strike them down. Вы чё, серьезно? Вы уничтожили всех, да, скорпионов? Офигеть, просто офигеть. Обалдеть. Слушай, баран.
Блин, обидно. Так, все ко мне. My mana is low. Так, ну я думаю, что да, вот гигантов, ну не так они быстро завалят. We shall burn the lands of the living. Есть. Gather here. Так, идите сюда ко мне. Сверкающая сфера выпала. Кстати, да, там уже мне один говорил из моих. Принеси мне. Осталось еще две сверкающие сферы. This land shall soon be mine. Так, разрушенный туннель. Разрушенный туннель, да? Деревня варваров. Ну, давай, разрушенный туннель. Сейчас еще один пройдем, да, и посмотрим, что будет дальше. Давай еще. Slay the living. Почему надо помогать своим? My command cap is full. Лимит, да. Come here. Ко мне, моя орда. Forward. Follow me. Чё, не хотят? Attack. Захотели. Gather here. Так, следующая компания. Destroy them. Mana, I must have more. My mana is low. Mana, I must have more. Все живые убитые. Да ладно. Комбинация к двери. Найдите кого-нибудь, кто знает, как пройти через ворота. Комбинация. Я могу рассказать тебе, как открыть ворота, но сначала сделай для меня кое-что. Я тут гнию уже много веков, и у меня все горло пересохло. Принеси мне прохладительный напиток из чулана, я тебе помогу. Страдающий от жажды скелет. Ага, вот оно что. Follow me. Так, ладно, за мной. Слушай, ну я как-то не знаю, было сказано, что да, в живых больше никого не осталось. Значит, что, остались одни мертвецы, что ли? Так, тут закрыто. Strike them down. Gather round. Давай посмотрим. А, черт, подожди, подожди. Логово Арока. Это какое-то... Это не то. Это не то, наверное. Это какое-то задание. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Так. Что у нас здесь? Мохито?
прохладительный напиток. Слушай, ну это, конечно, здорово, да. Видишь, можно вот пройти осторожно, аккуратненько. Так, держи. О, спасибо, вот тебе за труды. Комбинация нажимаемых плит. 2, 3... 2, 3, 4, 1, 2, 3. Я тебе записал, наступи на плитки в таком порядке, и дверь откроется. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Сейчас, подожди. Да, я запомню. 20, 41, 20. Да? Ну, в принципе, 20, 20. А там внутри 41. Ладно, понял. Attack my minions. 2. 3. 4. А, вы не наступаете. 1, 2, 3. Еще. Блин, они наступают. Блин, мне это не нравится. Как сделать, чтобы они не наступали? Gather here. Да, получается. Видишь, один из них наступил, и все, и... Forward. Слушайте, а можно я без вас пока? 2, 3, 4... 1, 2, 3. Готово! Идите сюда. Комбинация их двери. Так, и мы идем с тобой, да, в деревню варваров. Здесь мы должны найти Улумулу. Но это будет в следующий раз. С тобой был Зульмакс Геймс. Если понравилось это игрушка мое прохождение, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй и, конечно же, нажимай на колокольчик. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока. I'm gonna go get some more.